Компания Alphamed Ukraine представляет вашему вниманию аппаратно-программный комплекс Sensitive Imago, который имеет диагностические и оздоровительные возможности. Sensitive технология. Sensitive Imago оснащен 4 датчиками. У каждого из них своя функция и диагностическая область. Одним из датчиков для получения информации от пациента являются наушники, магнитоиндукторы. В наушниках как в правом, так и в левом встроены устройства для передачи и приема электромагнитных сигналов, система SBA-датчиков, звуковые излучатели и приемник инфракрасного излучения, что позволяет получать наиболее точную информацию от пациента. Sensitive Imago автоматически выполняет настройку на частоту органа или ткани, которые будут исследованы. Подкорковое образование головного мозга направляется электромагнитный сигнал, соответствующий частотной характеристике тестируемого органа. Звук, сопровождающий электромагнитный сигнал, раздражает определенные зоны головного мозга, ответственные за функционирование этого органа или ткани. В результате этого происходит активация нейронов головного мозга и образуется электромагнитный сигнал, который фиксирует магнитоиндукторы, находящиеся в наушниках. Ручные датчики. В ручных датчиках протекает электрический ток мощностью 2 микроампера. Они позволяют получить информацию о кожно-гальванической реакции и сделать выводы о состоянии вегетативной нервной системы организма. Квантово-оптический модулятор. Используя инфракрасное излучение, усиливает сигналы с тела человека и регистрирует информацию об энергетическом поле пациента. Весь процесс состоит из 4 последовательных этапов. Первый. Диагностика. Оценка работы органов и систем. Позволяет оценивать как весь организм, так и выбранную вами систему органов. Второй. Анализ. Информация, полученная от всех датчиков, суммируется, передается в устройство и регистрируется в программе LiveStream в виде графиков. При поступлении данных программа производит их обработку и сравнивает частотно-волновые характеристики органов пациента с графиками эталонов, записанных в базу данных. Это позволяет определить патологические процессы в организме, их активность и направление дальнейшего развития. Третий. Составление индивидуальной программы. Эти данные предоставляют оператору возможность составить пациенту индивидуальную программу оздоровительных мероприятий. И четвертый этап – оздоровительные мероприятия. Частотная компенсация, БРТ-терапия, подбор препаратов и приготовление спектроназодов. Данное оборудование имеет европейскую сертификацию, сертификацию Таможенного союза, Украины и FDA-регистрацию. Компания-производитель Alphamed имеет сертификат ISO. Прибор широко используется врачами, гомеопатами, натуропатами и диетологами по всему миру. Sensitive Imago – это будущее уже сегодня. В следующем видео мы детальнее расскажем вам о диагностике в программе LiveStream.